Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня бокс без вложений, называется cashbox.ru. Значит, заработок на просмотре серфинга. Значит, пользователям, рекламодателям, партнерская программа. Это все можно здесь прочесть. Регистрация простая, логин, email, пароль. Значит, главное правило серфинг, заказать рекламу, новости, вопросы-ответы, техподдержка, статистика. Как бы, ну что, давайте пройдемся по кабинету. Значит, меня зацепил этот бокс. Пойдем по порядочку. Серфинг сайтов. Здесь очень-очень-очень много серфинга. Так. Значит, ну давайте простую рекламку просмотрим. Нажимаем 5 секунд, ждем. Внизу идет отсчет времени. Так, подождем отсчет времени. И вставляем цифры. 8, 6, 5, 0. Нажимаем далее. Просмотр засчитан. Возвращаемся. Вкладочку можем закрыть, она нам не нужна. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Далее. Добавить сайт. Можно рекламировать свои проекты. Это здорово, конечно. Есть баннер и текст. Так. Значит, ссылочка. Описание. Переходов. Так. Переходов в сутки. Так, время просмотра 5 секунд и по нарастающей. И частота просмотра каждый час, 2 часа, 3 и как бы так. И стоимость перехода 4 копейки. Это 1000 просмотров, 40 рублей. Это нормально. Ну, по крайней мере, для меня. Так, здесь будут отображаться мои сайты. Вкладочка «Мои рефералы» находится партнерская ссылочка. Далее профиль. В профиле что? Здесь наша статистика идет. Если пароль надо сменить, здесь прописываем Pair кошелек. Нажимаем «Сохранить». Здесь выплаты будет вывод наш. Минимальный вывод 1 рубль от 1 рубля. И значит, смотрите, что здесь еще интересная фишка. Кэшбэк. Нажимаем кэшбэк. И смотрите, впервые уникальная возможность для рекламодателей заработать на нашем проекте. За каждые 1000 показов вам начисляется 50 рублей на кэшбэк баланс. Ежедневно всем рекламодателям равномерно распределяется 80% от дохода проекта и автоматически из кэшбэк-баланса переводится на основной баланс. Ребят, это супер. Вот поэтому я сюда и зашла, потому что я рекламлю свои проекты в буксах во всевозможных. И меня это зацепило. Ну, а так можно просматривать. Очень ссылочек много на просмотре серфинга. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Вывод, естественно, буду проверять, делать видеообзор. Но у меня нет сомнений. Конечно, он платит. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.